Всем добрый день! Сегодня у нас распаковка нового жесткого диска на 3,5 дюйма Toshiba. То есть изготовлен он в июле 2018 года. Ну и поставляется в обычной упаковке от электрозащищенности, то есть статического электричества, ну и влаги. То есть вот в таком пакетике. Так, ну и внутри непосредственно сам находится диск. Так, ну и диск PCP300 на 3 терабайта. Так, сериал АТА 3 версии. Ну и давайте посмотрим, что из себя представляет данный диск в синтетических тестах, которые сейчас проведем непосредственно. Итак, смотрим. Итак, давайте сейчас протестируем жесткий диск Toshiba P300 на 3 терабайта. Но прежде чем тестировать, нужно его активизировать, ну и отформатировать. Сейчас мы эту операцию и проделаем. Так, вот у нас есть диск. Третий. Который нужно отформатировать. Так, ну здесь вот два типа. То есть загрузочная запись. MBR и GPT. Так, первый случай — это для 2-терабайтных дисков, второй случай — это свыше. То есть берем его. Так, ну я размер полный возьму. Так, сделаем метку. Так, ну и вот он у нас появился. И приступаем к тестированию. Итак, давайте протестируем новый диск, который мы только что создали, Toshiba Disk P300. Ну и сначала открываем стандартную программку, которая называется Crystal Disk Info. Ну и просмотрим характеристики, характерные данному диску. Как видим, то есть расписаны основные составляющие, какой они поддерживает данный диск. То есть рассчитан на сериал АТА 3 версии, подключен к сериалу АТА 3 версии. То есть скорость вращения, число включений, так, общее число время работы 0 часов. Так, ну и на данный момент ошибок не наблюдается. Так, ну и температура 26 градусов, то есть техническое состояние, ну, самое понятно, что диск новый, то есть состояние хорошее. Так, ну и продолжим. Мы это стандартной программой Crystal Disk Mark, ну и проверим на скорость чтения, на скорость записи. Итак, это у нас диск G. Так, ну и давайте проверять.
Итак, мы пронаблюдали скорость чтения и скорость записи на новый диск Toshiba PET 300 на 3 терабайта. Так, да, я еще хочу сказать, что подключен не напрямую к сериалу LATA, а через USB 3.0. То есть вот получились вот такие скорости на данный момент. Итак, давайте опять проверим на скорость записи и чтения жесткого диска Toshiba диск на P300 на 3 терабайта в еще одной программке, которая называется в данном случае SSD Benchmark. То есть заточена она под SSD, но мы протестируем ее на обычный жесткий диск. Единственное, берем вот эти вот тесты. Сразу же хочу сказать, они продолжительные будут на данном диске. Итак, у нас диск G. Диск G подключен по USB 3.0. То есть и проверяем скорость записи и скорость чтения. Так, вот у нас показала скорость чтения минимальная, максимальная. Так, ну и давайте еще один проведем тест. А именно на запуск ISO, программ и игр. Сколько вам потребуется для этого времени? Так, вот мы получили следующие результаты в данном тесте по ISO, программы, ну и играм. Спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.